Да чтобы вам в день ВДВ в парке Горького оказаться! Любочка, это кому это мы шлем такие проклятия? Да представляете, товарищ сержант, 100-500 раз объясняю своему провайдеру, что у меня сломалась стиральная машинка, а он... Подождите, Любочка, так провайдер, это он же занимается только интернетом. Так я же машинку через интернет и купила.